совсем беспроводные и недорогие. В этом видео мы рассмотрим наушники HyperTrue Wireless Oki. Комплект поставки включает сами наушники в зарядном кейсе, сменные амбушюры, кабель для зарядки и документацию. Наушники и кейс выполнены из глянцевого пластика. Такое решение выглядит дороже матового покрытия, но быстрее обрастает царапинами. Смотрим на наушники. У них небольшой корпус, который не будет сильно торчать из ушей. Это внутриканальная модель со смещенным излучателем. Перепутать правый и левый наушник не выйдет. А за счет амбушюр они будут крепче держаться в ушах, если сравнивать с вкладышами. От одного заряда они работают около 3 часов, а комплектный кейс зарядит их еще 2 раза. Заряжаются они за 1,5 часа. Подытожим. Это максимально простые и недорогие полностью беспроводные наушники. У них красивый корпус, но из-за глянцевого покрытия с ним нужно быть аккуратнее. We'll be right back.